Здравствуйте. В данном видео мы с вами поговорим о сабельной пиле от японского бренда Makita, модели GR3050T. Данный бытовой инструмент предназначен для изогнутых и прямых распилов дерева, металла и других строительных материалов. Корпус пилы эргономично сидит в руках благодаря прорезиненной основной замкнутой рукояти и резиновой накладке под вторую руку, под которой скрывается металлическая крышка редуктора. Внутри находится мотор мощностью 1010 Вт, который разгоняет пилку до 2800 ходов в минуту. Для продолжительных работ есть кнопка фиксатора пусковой клавиши. Передний опорный башмак может регулироваться. Имеется быстрая смена пилки. Легкий доступ к угольным щеткам. Все это сделает вашу работу мобильнее и комфортнее. Весит данная пила 3,3 кг. Ход пилки 28 мм. Глубина распила дерева и металлических труб 255 и 130 мм соответственно. Поставляется данный инструмент в фирменном пластиковом кейсе, тремя пилками по металлу, дереву и универсальной, и инструкцией. Сабельная пила Makita GR3050T. Отличный и качественный инструмент от японского производителя. Более подробную информацию о товаре вы сможете найти у нас на сайте в описании, а также приобрести все расходные материалы и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Если данный ролик был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на наш занимательный канал на YouTube.